Мы встретили Ирину и ее дочку Настю после процедуры детского оздоровительного массажа. Пока супруг находится на работе, ухаживать за ребенком молодой маме помогает новоиспеченный дедушка. Недавно малышку впервые попробовали покормить взрослой едой. Нам не терпелось открыть эти баночки и попробовать накормить Настю. Поэтому мы, хоть на баночках написано с 3, с 5 месяцев, но так как рекомендовано с 6 месяцев, решили подождать. Не стали экспериментировать с 3 месяцев, ели только молоко, даже воду мы плохо пьем, практически ее вообще не пьем, соски не любим, поэтому решили ждать. С 5 месяцев, где-то у нас исполнилось 5 месяцев, мы решили дать попробовать сок первый, яблочный сок. Начинали буквально с пол ложечки, то есть первый день пол ложечку, на следующий день ложечку. Ну, ей понравилось, она такая облизалась. Мне показалось, что ей очень понравилось. И дальше яблочное пюре. Ну, мы решили, так как начинаем с пол ложечки, с ложечки, как бы очень получается долгий процесс, пока это все приготовлю, решили покупать баночки пока что. Во-первых, они более... Не знаю, уже все сделано, все готово, открывай и только пробуй. Если у мамы достаточно молока и первые прикормы вводятся у детей на грудном скарме с 4 до 6 месяцев, но у всех детей вводятся разные прикормы. Если ребенку недостаточно молока, вводится первый прикорм, это гречневая каша, она считается у нас гипоаллергенной, безмолочной, и разводится грудным маминым молоком. Если у мамы достаточно молока, но у ребенка есть тенденция к запорам, да, мы вводим овощи. Это капуста, брокколи, цветная капуста, кабачок, тыква. Если нет аллергии, то можно и морковь. При всем при этом первые прикормы вводятся, они моногамные. Что такое моногамные? То есть один какой-то овощ, допустим, кабачок. Лучше всего эти овощи готовить не самим, потому что мы не знаем, где они выросли. Все продукты, которые готовятся на детских заводах, которые для питания детей, они выращены в экологически чистом месте, да, экологически чистые продукты. Поэтому они детьми лучше переносятся. Пообедать, присесть, перекусить – такие привычные для взрослых процедуры. Но для малыша даже яблоко – непростая пища. Для его желудка, знающего пока только родное мамино молоко, это серьезное испытание. Педиатр нам посоветовал начинать с овощных. С овощных продуктов. И мы решили, вот сейчас вот я начала пробовать брокколи, нам 6 исполнилось, кабачок, цветная капуста. И все буквально вот, допустим, неделю мы пробуем брокколи, только брокколи покупаем. И помаленечку на следующей неделе цветную капусту. Ну, очень все равно мало я еще даю, потому что реакция такая вот у нее. То, может быть, и животик начинает болеть, вздуваться, непривычная пища. И боюсь, чтобы не было аллергических реакций. Начинает прикорм примерно где-то в день 1-2 чайные ложки. И в течение недели этот прикорм доводится примерно до 100-120 граммов и убирается одно грудное кормление. Лучше начинать с овощей зеленого цвета, то есть они у нас не обладают аллергенными свойствами. Капуста, брокколи, цветная капуста, кабачок, можно даже шпинат. Также назначается с 1 чайной 2 ложек и в течение недели, то есть баночка у нас содержит 80 грамм этого продукта. То есть и в течение недели, значит, ввести этот продукт. То есть у нас с вами получается, если утром в 6 часов утра мама покормила грудью ребенка, следующее кормление в 9:30, в 10 часов, можно уже это следующее кормление грудью заменить кашей гречневой, да? То есть получается 100-120 миллилитров. Но допоить после этого ребенка уже можно грудным молоком. То есть ребенок получит примерно 150-180 миллилитров пищи. Следующее кормление у нас пойдет полностью грудным молоком, и на 4 часа, на 5 часов, то есть женщина дает уже овощное пюре, вот, и допаивает ребенка молоком. То есть два кормления мы заменяем, но не нужно забывать, что замена одного грудного кормления – это в течение недели как минимум, 7-8 дней происходит. Не нужно давать два прикорма за один день. То есть вводится сначала один прикорм полностью, потом вводится другой прикорм. Раньше врачи советовали мамам буквально с 2-недельного возраста включать в детское меню сок по каплям. Современные диетологи все чаще говорят о вреде раннего введения прикорма ребенку. О самом первом обеде малыша сказано и написано много, так что родители зачастую находятся в замешательстве, в их головах куча вопросов. С чего начинать?
все было непонятно. Пришлось проконсультироваться с врачом, с педиатром нашим. Дальше вот, например, мы сейчас хотим попробовать кашу. Купили, начали безмолочную, ну, решили попробовать с безмолочной каши. Вот сейчас это, там надо ее заварить, попробовать, не знаю. Я буквально вчера уже заваривала ее, сама решила сначала испытать на себе, вкусно, невкусно. Ну, так все очень приторно, не сладко, ну, детям, видать, нравится. На что нужно обращать внимание? Да, опять-таки смотрим, есть ли аллергические проявления на коже, есть ли кишечные колики, вздутие живота, есть ли задержка стула и есть ли срыгивание. Если это отмечается у ребенка, то есть нужно просто уйти от этого прикорма, переждать какое-то время, тогда уже, если на кашу что-то, какие-то проблемы, тогда мы начинаем вводить через 2-3 дня капусту, допустим, да, или шпинат, или кабачок. И опять-таки мама смотрит на реакцию ребенка. Все прикормы вводятся с утра, не к вечеру, то есть в течение дня. То есть 10 часов, как я уже сказала, мама дала, и в течение дня смотрит, как отреагировал ребенок. Появились ли колики, какие-то реакции, какая-то возбудимость у ребенка. Если все нормально, то в течение недели вводится этот прикорм. Над содержимым бутылочки с детским питанием работают не только производители, но и ученые. Последние стараются разработать сбалансированный продукт, чтобы родители не подсчитывали количество белков, а были уверены, съев смесь, ребенок получит все самое необходимое. Плюс к этому детское питание под усиленным контролем государства. Именно поэтому неонатологи советуют отдавать предпочтение не собственноручно приготовленному, а прикорму из магазина. Выбирать при этом, конечно, следует баночки от проверенных производителей, которые находятся на рынке долгие годы. То же самое и с детскими соками. Но если вы все-таки решили приготовить напиток для малыша сами, следует послушать этот совет. Если вы покупаете свои, допустим, яблоки, да, но как не свои, то есть в магазине вы покупаете яблоки, они должны быть зеленого цвета. Лучше всего это семеринка либо лимонка. Значит, хорошо ошпаривается кипятком, значит, выжимается сок, но при этом даже если вы соки покупаете в магазине или готовятся свои, они должны быть разведены обязательно кипяченой водой, потому что это все равно кислая среда. У ребенка могут начаться срыгивания, то есть желудок ребенка, кишечная вся, пищеварительный весь тракт не привык к кислой среде. Могут быть срыгивания, поэтому разводится примерно где-то 3 к 1. То есть 3 части воды и 1 часть сока. Мне нравится то, что она у нас любит прямо вот с ложки кушать. Ложка для нее знакома. То есть она ее даже в руку хватает, сама пытается там ее затолкать. И с ложечки мы ее кормим прямо без всяких проблем. Но ей больше нравится вот то, что я кушаю. Вот рядом с ней, если сижу, кушаю, она вот все хватает. Ей кажется, что все вкусно, все вырывает. За ложку хватается, тарелку у нас 3 раза чуть не перевернула. То есть вообще очень осторожно рядом со столом. Чай, когда пьешь, ей все это интересно, все кружки яркие, допустим, и очень интересуется уже. Печеньку, если ем, она вообще мне вырывает. Я ей давала сушки. Сушки она вообще любит. Она ее грызет, пока вот глазурь вот эта, она ее грызет, как начинает крошиться, я забираю, чтобы не подавилась ничего. Ну, волнительно, когда она сушку ест, от нее не отходишь и смотришь, как бы не прокараулить. Специалисты не устают повторять, что беременность – это не болезнь. Английские ученые даже выявили целебные свойства интересного положения. Они приводят необычную статистику. Период заветных 9 месяцев лечит у женщин ревматизм и даже некоторые воспалительные процессы. Официальная причина таких медицинских чудес – в изменении гормонального баланса беременной, а неофициальная – в том, что сам организм хочет стать лучше, быть здоровым, чтобы растить малыша. Проект создается при поддержке Управления по здравоохранению города Кемерово и Детской городской клинической больницы номер 5. Партнер программы «В интересном положении» – сеть стоматологических клиник «Улыбка».